«Гнотисе аутон» – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии академик Павлов назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времен Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Кушниров Виталий Владимирович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук. Окончил факультет химической физики Московского физико-технического института. С 1986 года работал во Всероссийском кардиологическом научном центре в лаборатории молекулярной генетики под руководством члена-корреспондента РАН Михаила Тер Аванесяна, ведущего российского специалиста по инфекционным белкам прионам. В 2011 году Виталий Кушниров вместе с лабораторией перешел работать в Институт биохимии имени Баха, который недавно стал частью нового центра «Фундаментальные основы биотехнологии». Изучая молекулярную биологию дрожжей, Виталий Кушниров установил функцию одного из ключевых белков терминации трансляции – супрессорного белка СУП-35, а затем детально исследовал его прионные свойства. Прионы – основной объект научных интересов доктора Кушнирова. Виталий Кушниров сегодня в нашей студии. Нас ждет рассказ о загадочных прионах, белках, которые в массовом сознании ассоциируются исключительно с тяжелыми заболеваниями. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что люди, которые что-то слышали о прионных заболеваниях, воспринимают прионы исключительно как некую внешнюю угрозу, совершенно не догадываясь о том, что есть нормальные белки прионы, выполняющие важные функции, в чем мы убедимся сегодня, увидим, и эти белки нормальные и функциональные существуют в таких разных организмах, как, например, дрожжи и человек. Что у них они выполняют, может быть, разные, но совершенно необходимые функции. И вот эти вот заблуждения, что курьезно, они тиражируются, и что самое досадное, тиражируют, занимаются этим высокопоставленные функционеры от здравоохранения. Но наше дело обратиться к научным данным, чем мы сейчас и займемся. Пожалуйста, прионы и амилоиды вредные и полезные. Да, ну действительно, тема стоит немножечко особняком в области молекулярной биологии. Немножко не мейнстрим, но тоже довольно много интересного. Значит, в этой теме я объединил явление амилоидные и прионные, поскольку, по сути, это одно явление, которое как-то немножко было исторически разделено, но оно имеет единую физическую основу, и потому рассмотрим это все вместе. Собственно, вся история началась с болезни, и только потом исследователи осознали, что здесь есть что-то еще, кроме болезни. Вот амилоидные болезни – это в первую очередь и большей частью возрастные болезни, возникающие у пожилых людей. И это болезни, связанные с агрегацией некоторых белков. Это болезни такие, как болезнь Альцгеймера, белок бета-амилоид, болезнь Паркинсона, диабет второго типа, атеросклероз даже. Вот. И болезни эти, вот болезнь Альцгеймера, она встречается очень часто, особенно ее доля увеличивается по мере того, как население может жить все дольше, особенно в развитых странах, и занимает солидную долю бюджета, скажем. А вы говорите не мейнстрим, это самый мейнстрим. Да, с точки зрения практического здравоохранения, да. Вот. Но в целом у человека и животных есть около 40 белков, которые могут образовывать амилоиды и давать начало амилоидной болезни. Вот обратим внимание, все эти болезни неизлечимы на данный момент. Вот как это выглядит на уровне тканей? Ну вот такую картинку нашел, что происходит с мозгом больного Альцгеймера. Вот. Ну, то, что, собственно, ближе к моим научным интересам, изображено вот здесь.
То есть вот клетки нейроны, и вне их образуются вот такие сгустки белка бета-амилоида, которые также называются амилоидными бляшками, и они затрудняют работу нейронов и в конце концов приводят к их гибели. Вот так это выглядит на гистологических срезах. Вот они довольно часто здесь расположены и много места занимают. Вот. А вот это другая болезнь амилоидная, называемая болезнь Крейсфельда-Якоба. И здесь вот тоже видны аналогичные бляшки. И она переводит нас к следующей теме. Прионные болезни. Собственно, надо сказать, что в большинстве своем амилоидные болезни не инфекционны. Вот, и это нормально, но среди них встречается болезнь инфекционная, то есть которой можно заразиться. И такие болезни называются прионными. Собственно, название прион было придумано Стэнли Прузинером, о котором дальше скажу. Первооткрыватель, собственно, да? Да, и является собой анаграмму от слов infectious protein. Вот. У человека это болезнь Крейсфельда-Якоба, как наиболее частая, но также известен синдром Герстмана-Штраусслера-Шенкера, фатальная семейная бессонница, а также то, что многие, наверное, слышали, болезнь Куру, которая процветала у папуасов в Новой Гвинее и была связана с ритуальным каннибализмом. Вот. У овец давно известна болезнь скрейпи-почесуха, вот, то есть вызывает зуд у овец, желание почесаться. У коров так называемое коровье бешенство. Вот. Ну, бешенство это как-то просто неудачно перевели. Это бешенство, вот собака бешеная, это совсем не то же, что... Что корова бешеная. Корова больная, потому что корова, она вялая, у нее ножки подгибаются. Бедное животное. Вот. И надо отметить, что все прионные болезни человека и животных связаны с единственным белком, это ПРП. То есть немного разные проявления, значит, первопричина единственная, белок ПРП. Частота болезни невелика. Например, вот болезнь Крейсфельда-Якоба, как самая частая, возникает один раз на миллион человек в год. Вот. Ну вот, что характерно, да, она может передаваться, скажем, с пищей. Вот коровье бешенство, эпидемия была, и некоторое количество людей заразились, поедая мясо больных коров, купленное в магазине. Вот несколько лет назад, помните, были работы, которые предполагали латентную форму. Там в аппендицитах, в селезенках больных людей обнаруживали... Такие вот молчащие как бы формы, то есть прионы болезнетворные обнаружились, но человек еще ничем никак не проявлял себя как больной. Что-то было несколько лет назад. А вот я даже об этом не слышал, значит, болезни эти развиваются очень медленно и практически годами. То есть, когда уже проявляются симптомы болезни, это счет пошел на месяцы. Но развиваться эта болезнь может десятилетиями даже. То есть, в среднем, скажем, лет 10, но может и 20, и 40 лет. Ну, относительно Британии, вот это было исследование, тогда даже один случай на 4 тысячи, предполагали, что один британец на 4 тысячи, он точно заражен, но пока об этом никто не знает, но не будем отвлекаться. Да. Ну, вроде как статистика у них уже прекратилась, этой болезни. Да, вот. Но один из известных путей заражения этими болезнями – это при хирургических процедурах, то есть при трансплантации, при употреблении каких-то препаратов типа гормона роста, выделенных из человеческого материала, то есть это из тканей умерших людей. Вот. Ну, сейчас, конечно, эта практика тоже прекращена, когда это все осознали. Вот. Ну и, наконец, в последнее время, когда исследования прионов и амилоидов пошли гораздо более интенсивно, было обнаружено, что существуют и полезные амилоиды. Вот. И самый замечательный из этого пример – это белок памяти СПЕБ. Собственно, белок, который фиксирует долговременную память. Вот. Да, возможно, первый пример из обнаруженных – это синтез меланина, это просто пигмент загара.
в котором амилоид просто помогает его синтезировать. Вот. Также инфламосома, которая посредует ответ на некоторые стандартные возбудители инфекции. Вот. А распространено, конечно же, во всей природе. У микроорганизма амилоиды образуют структуру клеточной стенки, поскольку амилоиды достаточно прочны. Какие-то микропленки, которые помогают организму завоевывать пространство. Вот. А также система совместимости у филаментозных грибов, о чем я дальше расскажу. Вот. У насекомых это оболочка яиц, и у некоторых видов пауков это паутина просто. Вот. Также я бы назвал условно полезные, ну, тут, поскольку дискуссия идет вот, среди исследователей, есть прионы дрожжей, о которых я довольно много дальше скажу, это 10 белков пока что известно таких. Вот. Идет среди исследователей дискуссия, они являются болезнью или же они являются последним, полезным признаком. Ну вот я здесь так их назвал условно полезные по этой причине. Что собой, в чем характерные особенности структуры амилоидов? Вот, это амилоид не просто агрегат. То есть белки часто образуют агрегаты. Например, там, если какую-нибудь клетку, микроорганизм нагреть, или, скажем, вы делаете себе яичницу, у вас образуется белковый агрегат. Вот. Это белковый агрегат хаотический. Амилоиды совсем не таковы. Это структурированные агрегаты. В основе своей они имеют фибрилы, то есть белки, которые растворимы в норме, вдруг по какой-то причине начинают агрегировать в виде упорядоченных фибрил. То есть это не имеет никакого отношения к денатурации белка, собственно? Или спорный вопрос? Нет, здесь немного не так. Потому что яичница – это денатурация, да? Фактически да, фактически да. Значит, амилоиды в первую очередь образуют белки, которые не структурированы. Они называются нативно развернутыми белками. То есть у которых либо нет жесткой структуры, либо структура есть, но она мягкая, и может быть она нарушена какой-то мутацией, и ей белку легче из этой вот своей стандартной укладки выйти. Вот. И образуются такие фибрилы. Ну, здесь вот я привел разные примеры. Вот это электронная микроскопия, а это сканирующая микроскопия. Вот. Но принцип лучше вот здесь вот рассмотреть. Это модель бета-амилоида. И здесь представлено, вот эта структура состоит из 4 индивидуальных фибрил, в каждой из которой, собственно, фибрила образует единый бета-лист, образованный многими-многими молекулами. Вот. Но пептидная цепь расположена перпендикулярно оси фибрилы. А, собственно, этот бета-лист идет вдоль оси фибрилы. Вот такая характерная особенность. Что дальше? Значит, эти фибрилы катализируют собственный рост. Это значит, что вот если у вас есть какой-то растворимый белок, тот же белок Альцгеймера, он может годами пребывать в растворимом состоянии в организме, все нормально. Но как только в клетках появляется, точнее вне клеток, появляется вот эта фибрила, она начинает на себя белок собирать. То есть она катализирует переход из растворимой формы в вот эту специфическую агрегированную форму. Значит, кроме того, с практической точки зрения важно, что эти фибрилы обладают повышенной устойчивостью с протеазами. А это значит, что они накапливаются. То есть организм не справляется с их удалением, они не нужны, но они накапливаются. И в конце то концов, есть очиститься от них очень трудно. Да, да. То есть именно они возникают потому, что организм не справляется с их удалением. Вот. И в результате вот возникает болезнь. Вот. А теперь прионы. Собственно, они обладают всеми структурными свойствами амилоидов с одним лишь отличием. Их фибриллярные структуры не всегда очевидны. И это было одной из причин, почему их долгое время числили отдельно. Ну, помимо исторических, что вот были исследователи прионов, а были исследователи амилоидов, и они никак не могли объединиться. Вот. А некоторые исследователи прионов
думали, что вот прионы это не совсем то, потому что ну, мы же не видим фибрил, как же так? Угу. Вот. Ну, дальше я расскажу, что, собственно, причина простая. Эти фибрилы там есть, они просто мелко нарезаны, поэтому их трудно разглядеть. Вот. Да, ну, все болезни связаны с белком ПРП. И ну, вот, собственно, как выглядит этот белок ПРП. Ну, здесь суть в том, что он белок закреплен на внешней клеточной мембране. То есть это не внутриклеточный белок, он торчит на якорь у него, да, да, гликофосфоинозитольный якорь. Вот. И это, собственно, облегчает распространение прионной инфекции, потому что вот как внутрь клетки попасть не так просто, как снаружи ее. И тоже, собственно, прионный принцип вот, состоит в том, что патологическая форма ПРП, она вот структурно изменена, и она способна превращать нормальную форму белка ПРП в патологическую. Собственно, тот же самый автокаталитический принцип, который я назвал для амилоидов. Ну вот, немножко отвлекусь и обращу внимание на чисто практические особенности прионов, которые связаны с их структурой. Значит, во-первых, они имеют повышенную устойчивость к термической стерилизации, выдерживают более 100 градусов Цельсия, в отличие, скажем, от вируса СПИДа, который 60 градусов и все. То есть здесь никакое кипячение, автоклавирование? Нет, но оно помогает, но вот гарантии не дает. То есть что-то остается. В какой-то момент Гайдушек даже, дальше буду говорить о нем, открыватель прионов Куру, он выпустил статью, что у него выдерживали даже до 300 градусов. Вот. Но я думаю, что это, конечно, перебор был, ошибка. Да, но тем не менее, устойчивы к радиации и ультрафиолету. Собственно, это вот устойчивость к радиации, это было первое необычное свойство прионов, которое позволило заподозрить, что что-то с ними не так, и что они необычные вирусы. Вот, что у них нет ДНК. Вот. Кроме того, они устойчивы к обработке формалином. Тоже стандартная процедура. А почему они устойчивы, собственно? Ну, формалин фиксирует структуру этой прионной частицы. Вот. Но он не нарушает структуру, собственно, каталитического конца фибрила. То есть он просто эти белочки сшивает между собой. Ну и хорошо. Прион от этого только лучше. Ну, сохраняет способность. А каталитическое свойство его остается на месте. Вот. Ну, таким образом, инактивировать прион намного труднее, и нужны особенные процедуры для этого, что, конечно, доставляет неудобства, потому что вот, ну, все привыкли действовать стандартно, а тут вот такое. Вот. Особо остановлюсь на генетической уникальности приона. Вот мне очень это нравится. Значит, прионы это, ну, так получается, фактически единственный инфекционный агент, который не имеет генетической программы в виде ДНК или РНК, как вот вирус. В виде нуклеиновой кислоты, да, да, нуклеиновой кислоты. Размножается. Да, нуклеиновой кислоты. А что это значит? Вот, скажем, я здесь изобразил, ну, вот обычные факты четвертые, которые проникают в бактерию. Вот. И у этого фага есть вот ДНК. И эта ДНК записана. Каким образом, значит, какие сделать белки для того, чтобы проникнуть, в общем, в клетку, что делать дальше. В общем, целая огромная программа, как завоевать, как, так сказать, жизненный цикл. У приона этого ничего нет. То есть он не помнит, что было за миллиарды лет, он ничему совершенно не учился. Вот. Тем не менее, вот он умудряется проникать в организм и заражать его. Мне кажется, это удивительно. Это просто главная загадка их по сей день. Вот. Ну, отчасти, да, отчасти это связано с тем, что... Все скоро 20 лет будет, как открыли, да? В 97-м, нет, в 97-м больше, он получил больше, премию. В 97-м году была премия. 80... Открыл гораздо в 80-е, да. В 80-е годы. Но все равно, десятилетия, да. Лет уже прошло немало, действительно. Вот, значит, прионы дрожжей, которые я уже упоминал, проявляют себя как наследуемые фенотипы, то есть генетические элементы с нестандартными свойствами. Вот, то есть, опять же, вот генетика, наследование совсем по-другому. Прионы дрожжей, они не могут дрожжи заражать, у дрожжей очень прочная клеточная стенка, и вот просто так в дрожжевую клетку не проникнет.
Вот. Но, тем не менее, прионы у дрожжей могут распространяться при скрещивании. Если один партнер для скрещивания имеет прион, то дальше будет иметь его оба партнера. Вот. И, да, наконец, еще одна удивительная вещь. У прионов вот, и животных, и дрожжей есть фенотипические различные варианты. То есть вот как один белок, у него измененное патологическое состояние, оказывается, это состояние не одно, а их несколько. Вот. И дальше мы это тоже увидим. Ну, достаточно удивительно для одного белка иметь вот такое богатство и разнообразие. Вот. Но теперь я обращусь к истории так, чтобы плавно перейти от болезней к дрожжевым прионам, которые, собственно, являются моей основной темой исследований. Значит, ну, скрейпи овец, в общем, было замечено уже достаточно давно. Первые записи относятся к 1732 году, хотя, наверное, овцы болели и раньше. Вот. В 1817 году Джеймс Паркинсон написал свою болезнь, точнее, болезнь, которую он обнаружил. Не собственную болезнь. Да, еще через 100 лет Алоиз Альцгеймер описал болезнь Альцгеймера. Вот. А в 1020 году болезнь Крейсфельда якобы была описана. А в 1957 году Зигас и Гайдушек, которые работали в Папуа-Новой Гвинее, описали болезнь Куру, вот, которая... Значит, была достаточно распространена среди одного племени, племени Форе. И через какое-то время, еще через 10 лет, они продемонстрировали, что эта болезнь инфекционна. То есть они просто экстракты мозга умерших людей, они инъецировали обезьяне и таким образом продемонстрировали, вот, что... Да, передается. Да, и, собственно, в этом было их главное достижение, поскольку после этого эпидемию можно было наконец прекратить. Ну, а потом вообще законодательно, по-моему, запретили практику каннибализма. Прекратить и, наконец, каннибалить. Да. Вот. Но изучение продолжалось дальше, и вот в 67-м году Тиква Альпер, которая, значит, была сотрудником Гайдушика одно время, обнаружила, что прионный агент очень устойчив к радиации. А в то время это был популярный тест для того, чтобы определить, собственно, вот если есть вирус, а какого у него размер генома, а чем больше геном, тем более он чувствителен к радиации, поскольку, ну, естественно, ДНК повредить легче. Вот. А тут вдруг раз, это самая крайне высокая устойчивость, там оказывалось, что максимум 100-200 нуклеотидов геном, а что в таком геноме можно записать, да практически ничего. Вот. И, значит, одновременно с Альпер математик Джон Гриффит предложил вот такую модель белково-инфекционного агента, то есть, поскольку уже было понятно, что явление не вписывается в стандартные термины молекулярной биологии и стандартных генов, то была предложена модель, что это вот некий автокаталитический процесс на основе белков, что впоследствии подтвердилось. Вот. Ну, в 76 году пришло признание Гайдушику, вот, за доказательство инфекционности Куру. Ну и, собственно, я думаю, за то, что он, наконец, спас это племя от вымирания. Вот. В 82 году произошло еще, так сказать, важное событие, уже открывающее новую эру в изучении ПРП. Значит, Стэнли Прузинер с коллегами выделил прионный белок ПРП. Вот, и также ввел термин прион, который я считаю его самым удачным изобретением, поскольку в настоящее время прионом называются, вот просто даже многие амилоиды называют прионами, потому что вот прион это круто, а амилоид, ну амилоид, ну, что амилоид? Это, да. Подобие чего-то. Да.
Вот. И я должен заметить, что, конечно, это был огромный труд, потому что, чтобы выделить вот прионный белок, это ведь не просто так, это вы фракционируете, берете экстракт мозга, фракционируете его, а дальше каждую фракцию нужно проверить, вот она заражает мышку или не заражает, а от заражения, значит, до проявления, ну, это год, наверное. То есть это колоссальная была проведена работа, и в результате оказалось, что вот прионный агент это практически чистый белок, а потом он был и идентифицирован как вот некий мембранный белок. В 90-е годы случилась эпизоотия коровьего бешенства, о которой многие слышали в Великобритании. Там заболело около 200 тысяч коров, а убито было в этой связи около 4 миллионов коров. Кроме того, поедая зараженное мясо, значит, заразились и погибло около 200 человек. Ну, вот тут видно, что не так ужасно все произошло, как могло произойти, потому что явно зараженное мясо ели гораздо большее количество людей. Но поскольку для прионов существует такое явление, межвидовой барьер распространения приона, и что вот от коровы к человеку, оно переходит не со 100% вероятностью, там еще как-то зависит от того, а какие аллели прионного белка есть у человека. Вот там, если, скажем, одна аллель хуже заражается, другая лучше, если две разные, то еще лучше. Вот, значит, в 97 году были признаны заслуги Прузинера, Стэнли Прузинера, в общем, как было сформулировано, за доказательство прионной концепции, и это справедливо, хотя прионную концепцию продолжали доказывать и дальше, шлифуя ее. Ну, доказательства могут быть более сильные, более слабые. Вот. И, наконец, в 94 году произошло событие, собственно, после которого я стал участвовать в этой теме. Значит, это в мире дрожжевиков, да, да, такое событие? Да, 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 да. Значит, для дрожжей были известны два загадочных дрожжевых фенотипа Псиплюс и Уре, вот, о которых дальше. И, значит, Рид Викнер предположил, что они тоже являются прионами. Так, ну вот здесь вот я изобразил героев да, этой истории. Карлтон Гайдушек в обществе папуасов, в основном детей. Вот. И Стэнли Прузинер где-то в своей лаборатории. Вот. Ну, вот прионы низших и эукариот. Собственно, прионы были открыты тоже достаточно... Не прионы, а прионные кинетические элементы, пси. Был открыт в 1965 году англичанином Брайаном Коксом, с которым я имею честь быть знакомым. 65-й, почти 30 лет прошло, прежде чем Рид Викнер предложил свое объяснение. И вот я помню это время, я приезжал в Англию сотрудничать по части изучения функции белка СУП-35, и замечательное совершенно время, в воздухе вот такая была атмосфера, все говорили, а вот у нас есть еще загадочное явление, и что же оно такое, и, наверное, мы это скоро сможем узнать. Вот. Но так никто из англичан не предложил объяснение, хотя они очень много потрудились над изучением этого явления. И вдруг в какой-то момент мне говорят, а ты знаешь, вот тут Викнер прислал свою статью, препринт, где он объясняет, как все было на самом деле. Вот. И действительно, это была замечательная статья в Science, которая объяснила, связала вот дрожжи и прионы человека, и впоследствии все подтвердилось. Вот. А что, собственно, необычного было в этих детерминантах пси и уре? Ну... Сначала обнаружили, что они при скрещивании ведут себя как-то не так. Не так, как нормальные гены. То есть вот дрожжи, которые изучаются в лаборатории, это гаплоидные дрожжи, так удобнее. Они бывают еще диплоидные. Вот. И вы, когда берете дрожжи разных типов спаривания, то они могут скреститься, образовав диплоид.
Вот. А потом можно, значит, этот диплоид поместить в тяжелые условия, он начинает спорулировать, uh-huh. он делает такой аск, где 4 споры, uh-huh. и uh-huh. эти споры снова гаплоидные. Вот. И по законам Менделя должно быть, если там от родителей пришел разный признак, то в потомстве он распределяется 2 к 2. То есть у двух есть, у двух uh-huh. нету. А здесь он был у всех 4, но это вот как вирус, наверное, uh-huh. какой-нибудь. Uh-huh. Ну, вирус еще тоже не самое необычное. Вот. Потом оказалось, что носитель детерминанта ПСИ находится не в ядре, где вся ДНК, а в цитоплазме. Вот. Дальше обнаружилось еще более интересное, что при воздействии определенных стрессов, при росте в присутствии некого вещества, называемого гидрохлорид гуанидина, можно этот детерминант потерять. Вот он был, вот его нету. То есть дело. Генетически здесь означает наследуемый, это не означает да. запись в виде гена, просто уточните. Нет. Еще раз подчеркнем. Записи да. в виде гена да, нет, но наследование. Наследование есть вот достаточно хорошее. В смысле наследуемый. Да, но при каких-то совершенно не генетических воздействиях, значит, наследование прерывается и фенотип пропадает. Вот. А при сверхпродукции белка СУП-35 и УРИ-2, как потом показано, соответствующие элементы могут восстанавливаться обратно. Вот. И вот все эти необычные свойства были объяснены через прионные явления, и угу. они очень хорошо легли угу. в эту канву. Ну, теперь рассмотрим пристальнее, что такое генетический детерминант или элемент ПСИ+, и, собственно, белок СУП-35, который составляет его основу. Значит, ну вот я здесь изобразил процесс трансляции, собственно, синтеза белка на основе матрицы МРНК, вот рибосома едет угу. и чего-то транслирует, белочек синтезируется, и в конце концов мы дошли до конца рамки считывания, теперь белочек нужно освободить, этот процесс uh-huh. называется терминация трансляции, в нем ключевую роль играют два белка, СУП-35 и СУП-45, вот. Или иначе они называются ERF3 и ERF1, кстати, терминология принадлежит Льву Львовичу Киселеву, uh-huh. который, собственно, да, первым объяснил, что эти белочки да. делали. Uh-huh. Да. Многие подозревали, а вот он взял и показал. Да, ну и СУП-35 наш один из двух белков, который это делает. Вот. Когда определили структуру белка СУП-35, вот, ну, это, собственно, секвенирование, это я делал. 30 лет назад это было, ну, вроде как, таким серьезным делом. Это сейчас секвенирование там ничего не стоит. Вот. А тогда это было серьезно, и оказалось, что очень интересная последовательность у этого белка, и она может быть четко разделена на 3 домена. Значит, C-концевой конец жизненно важен, и более того, он гомологичен фактору элонгации трансляции EF1A. А это основной помощник рибосомы в процессе трансляции. Это белок, который на рибосому доставляет ТРНК, там ее фиксирует и затем отпускает. Вот. И так можно предполагать, что белок СУП-35 что-то похожее делает в заключительном цикле, угу. когда рибосома доезжает до стоп-кодона, уже который не транслируется. Вот. Но в дополнение к гомологичному участку, то есть это стопроцентная гомология вот от угу. начала до конца, было еще два каких-то странных домена, которые оказались, во-первых, несущественны для трансляции, для жизнеспособности. Они не консервативны между близкородственными видами. И, кроме того, отличаются каким-то странным аминокислотным составом, несбалансированным. Вот. Был выделен домен N-концевой, который обогащен глутамином, аспарагином, ну, также там еще глицином и тирозином, скажем. Вот. И средний домен, middle, который обогащен заряженными аминокислотами, глутаминовой кислотой или зином. Вот. И вот мы показали, что только N-концевой домен, вот он один, необходим для поддержания прионного состояния.
все остальное не нужно. Зато C-домен необходим для трансляции. Так, а вот теперь я чуть-чуть отвлекусь и опишу генетический инструмент, который используется для, собственно, изучения терминации трансляции, а также прионов. Значит, вот у нас есть обычные дрожжи. И у них есть, они способны синтезировать аденин. Соответственно, есть некий путь биосинтеза аденина, в котором участвует последовательно сколько-то белков. Один из этих белков называется АД1. Вот его РНК, вот мы транслируем, получаем белок, вот стоп-кодон, все замечательно завершается. То есть они его синтезируют для своих нужд? Они его синтезируют, да, из каких-то компонентов среды. Вот если в среде его нет, то они способны его синтезировать самостоятельно. Ну, не в смысле, что секретируют, а просто для себя. Нет, да. для себя. Вот. А теперь, предположим, у нас возникает мутация в этом гене. Собственно, генетики намеренно это получили для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Вот. И, значит, дрожжи приобретают красный цвет, у них накапливается некий пигмент, промежуточный, значит, метаболит вот этого пути биосинтеза. И, кроме того, дрожжи теряют возможность расти на среде, где отсутствует аденин. Вот. А дальше они поступают иезуитски. Значит, они пытаются найти мутации где-либо в геноме. Вот просто берут дрожжи так на чашке и светят на них ультрафиолетом. А потом высевают на среду, где аденина нет. И смотрят, что реденько-реденько, но прорастают колонии, где восстановился синтез аденина. Вот. Причем дальше при помощи генетических манипуляций они определяют, что в большинстве случаев восстановление произошло за счет каких-то других генов. Вот, не в аденине все исправилось, а какие-то другие гены исправили этот дефект. И каков способ исправления этого дефекта? Значит, нарушение терминации трансляции. То есть вот в гене возник преждевременный стоп-кодон, вот, но рибосома на нем, скажем так, останавливается не всегда, а с какой-то вероятностью дочитывает до конца открытой рамки считывания, потому что у нас просто уменьшилась эффективность терминации трансляции. Вот. Ну, это может быть 10% белка получается, то есть меньше получается. Но тем не менее. Но не исчезло, да, уменьшилось. Да. Но тем не менее, дрожжи при этом приобретают снова способность расти на среде без аденина, приобретают цвет белый или как розовый, интересно, в зависимости от того, насколько эффективно исправлен дефект. Вот. И было обнаружено, что среди факторов, вот, вызывающих компенсацию, могут быть или мутация СУП-35, вот, ну, мутация СУП-45, которую упоминался тоже, и еще какие-то мутации. Но вот здесь мы упомянем СУП-35 и вот этот вот загадочный генетический детерминант ПСИ+. Вот. Ну, теперь обратимся, собственно, к тому, как мы это явление изучаем. Поскольку вот в тот момент, когда Викнер предложил свою гипотезу, мы находились в очень хорошем положении, чтобы это изучить, как, собственно, еще несколько лабораторий, которые тоже занимались изучением СУП-35, терминации трансляции. Вот. И как-то все дружно рухнули вот в эту открывшуюся воронку, потому что тема была очень интересная. Значит, что нам удалось показать? Что, собственно, амилоид имеет вот такую интересную структуру, точнее, агрегаты белка СУП-35. Мы показали, что они существуют и имеют вот такую структуру. Собственно, стержень агрегата образован эндоменом, а функциональные блоки, они просто висят на нем, как гирлянды на елке. Вот. Но их функциональность уменьшается. За счет чего? Чтобы работать, они должны добраться рибосомы. А здесь они иммобилизированы. То есть они могут как-то путешествовать, но уже ограничено, не столь эффективно. Вот. Ну, мы также сконструировали вот такие белки частичные. Только эндомен, и он попадает в агрегат. И весь белок без эндомена, и обнаружили, что он в агрегат не попадает. Ну, вот доказательство этой структуры. Вот.
Всего же у дрожжей сахаромицес известно около 10 прионных белков, список постоянно пополняется. Время от времени оказывается, что какие-то белки туда попали случайно, и доказательства недостаточно убедительны. Вот. И эти белки регулируют функции, белковый синтез, транскрипцию и метаболизм. Во всех случаях этих прионное состояние уменьшает функцию белка, вот как и в случае СУП-35. Вот. И далее было обнаружено, что для поддержания вот этого детерминанта ПСИ нужен не только белок СУП-35, но еще некий белок шаперон HSP-104. Значит, что такое шаперон? Это класс белков, которые следят за тем, чтобы у всех прочих белков была правильная укладка, потому что, собственно, белок — это не просто первичная последовательность, а он должен иметь правильную форму, то есть это все должно правильно, да, уложено, чтобы работать. Вот. И есть обширная группа белков, которые за этим как-то следят, трудятся за тем, чтобы там что-то исправлять. Вот. А в значительной мере эта группа перекрывается с другой группой, называемой белки теплового шока, то есть белки, которые индуцируются при повышении температуры. Так вот, было обнаружено, что отсутствие белка HSP-104, как и в некоторых случаях его избыток, приводит к потере приона ПСИ. Вот. И вот это парадоксальное явление, ну, там сколько-то лет никто не мог объяснить. Вот. А потом мы догадались. Значит, как вот это вот объяснить? Догадались и предложили следующую модель, каким образом прионы вообще существуют и размножаются в клетках дрожжей. Собственно, в этой модели два процесса, здесь я их пространственно разделил, на самом деле они, конечно, не разделены. Вот. И один процесс — это просто полимеризация. Вот, полимеры растут, вот они с конца растут, присоединяя к себе мономеры СУПа-35-го. А другой процесс состоит в том, что вот этот белок HSP-104 выдергивает из агрегата отдельные молекулы. Значит, что получается? Когда он выдергивает, фактически этот полимер распадается на части. Но каждая из этих частей имеет свободную каталитическую поверхность, которая может расти дальше. То есть таким образом получается, что HSP-104, во-первых, увеличивает каталитическую способность чем больше этих поверхностей, во-вторых, он уменьшает размер этого приона, что очень удобно для наследования. Облегчает, да, конечно. Да, поскольку большую частицу, во-первых, трудно запихнуть в дочернюю клетку, во-вторых, их меньше. И вот... Да, в результате этого получается, что очень он способствует и полимеризации, и наследованию. Да, ну, собственно, как мы предположили, для HSP-104 было известно, что он что-то такое делает, что он разбирает агрегаты, образующиеся в результате термического шока, вот, то есть бесформенные агрегаты. Вот. Но бесформенные агрегаты разбирать там ничего интересного нет. А вот здесь вот именно то интересное, что выдергивая лишь один белок, мы разрываем цепь на части и значит, размножаем прионы. И вот здесь, конечно, я обращу внимание еще раз на парадокс, что действие HSP-104, которое направлено на разрушение прионных частиц, оно оказывается, что оно необходимо для их размножения, наследования и роста. Очень красивая модель. Да, вот это все придумала природа, мы всего лишь это вскрыли. Красиво, красиво. Вот. Ну, немножко насчет того, что представляет HSP-104 и как он работает. Значит, это очень мощная машинка. Значит, гексамер, то есть 6 молекул HSP-104 объединяются вот в такую структуру. И каждая из молекул имеет два атефазных блока, то есть всего 12. Значит, ну и дорогая машинка, надо сказать. Чем больше цилиндров, тем дороже. Вот. А что она делает? Она берет вот полипептидную цепь. И если она, конечно, то есть если этот белок обнаружит или ему подскажут другие шапероны,
что вот здесь вот есть нечто, а, над чем нужно поработать. Значит, он берет полипептидную цепь и начинает через себя ее вот как макаронинку такую пропускать. Вот. И с другого конца она уже имеет возможность уложиться правильно. Вот. Собственно, вот на этом и происходит такой разрыв. И отмечу, что аналоги HSP-104 есть у растений и есть у бактерий, а вот у животных, и человека, у насекомых даже, этого белка нет, хотя недавно появились сообщения, что есть его какой-то отдаленный аналог, то есть другой белок с похожими свойствами. И, в общем-то, есть, я думаю, что по свойствам человеческого приона можно предполагать, что все-таки его кто-то фрагментирует тоже. Угу. Значит, вот тут еще одна наша разработка, которая показывает, что благодаря фрагментации HSP-104 примеры прионы имеют сравнительно небольшой размер. Значит, что мы тут изобрели? Прионные частицы, они слишком велики для того, чтобы их анализировать при помощи обычного фореза. То есть фактически две вещи. Во-первых, эти частицы слишком велики. Во-вторых, вот в том виде, как они существуют в лизате, они образуют какие-то комплексы более высокого порядка. То есть они объединяются с какими-то белками, с шаперонами. Туда рибосомы попадают каким-то образом, может, через суп-35-й. В общем, огромный конгломерат, который никак нельзя анализировать. Вот. Но мы, подумав, значит, и поискав, обнаружили, что вот стандартный детергент СДС, он же додецилсульфат натрия, он может отделить прионы от всех остальных комплексов. Причем он все остальные комплексы просто растворяет дотла, а вот прионные комплексы, они более прочные, и они сохраняют свою структуру в присутствии этого детергента. Вот. А надо сказать, что вот это как раз тот ключевой детергент, который используется при электрофорезе белков. То есть все было очень удобно и удачно, но кроме того, что белки обычно анализируют в акриламиде, это более мелкопористый гель, предназначенный для молекул массой, ну скажем, до нескольких сотен килодальтон. Вот. А здесь у нас масса побольше, и нам поэтому пришлось перейти на крупнопористый гель, который обычно используют для анализа ДНК. На агарозу. Вот. Кроме того, мы, значит, нашли какие-то гигантские белки. Точнее, ну, не мы их нашли, но мы их употребили. Гигантские мышечные белки титин и небулин с массой 4 миллиона и 740 тысяч. Вот. И, значит, после этого обнаружили, что вот на этом агарозном форезе прионы выглядят вот таким замечательным образом. То есть, ну, электрофорез — это фракционирование по массе, то есть более легкие частицы убегают вперед, более тяжелые задерживаются. И таким образом мы могли определить, что вот в одном из вариантов приона Пси+, масса частиц прионных составляет где-то от 700 до 4 миллионов дальтон. Вот, что в пересчете на количество молекул суп-35 составляет где-то от 10 до 50. Вот. Но для сравнения, амилоиды имеют гораздо большее количество молекул в своем составе. И поэтому, собственно, как я показывал на картинку, они выглядят в виде длинных нитей. Вот. А, скажем, прионная частица с 10 молекулами – это просто бочоночек такой. То есть у нее длина сопоставима с толщиной. Вот. Но если 50, то уже это какая-то палочка. Вот. Значит, вот этот же вариант фореза позволил нам проанализировать фенотипические варианты Пси+. Вот как они выглядят на чашке. Вот самые наиболее эффективные супрессоры, они беленького цвета, а есть розовые, темно-розовые, разные. Вот. И вот на форезе мы могли видеть, что и размер прионных частиц у них тоже разный. А это значит, что HSP-104 распознает их с разной эффективностью. Кого-то очень хорошо распознает и нарезает мелко-мелко, а кого-то распознает значительно хуже и наоборот нарезает крупно. Вот. И значит, дальше мы обнаружили, что эффективность терминации и трансляции, она коррелирует с размером полимера.
Вот. И, соответственно, дальше было совершенно просто выстроить такую длинную, но достаточно простую логическую цепочку. Что вот если у нас фрагментация слабее, то мы получаем полимеры большего размера, а соответственно их под числом меньше, и количество каталитических центров меньше, полимеризация неэффективна, а дальше мы получаем большее количество мономера суп 35 и менее эффективную супрессию, то есть не столь сильное нарушение терминации трансляции. Вот. Ну, кроме того, если эти полимеры велики, а их, соответственно, мало, то это означает, что их наследование отличается меньшей стабильностью. Вот. И, кроме того, значит, помимо всех прионных вариантов, которые там я нарисовал, нам удалось обнаружить еще один амилоид СУПА-35, который ненаследуемый. Для этого всего лишь нужно было совершить сверхпродукцию белка СУП-35, то есть это, ну, скажем, десятикратный избыток белка СУП-35 в присутствии еще одного приона, про которого я не буду особенно говорить. Вот, он как бы инициирует полимеризацию СУП-35 с небольшой частотой, и в результате вот сверхпродукции получаются тоже полимеры, амилоидные полимеры СУПА-35, но очень большие. Вот. И здесь мы смогли провести параллель вот, между собственно, амилоидами прионными и неприонными, с одной стороны, и тем, что мы наблюдаем у человека, прионы и амилоиды. Вот. И вот то, что прионы у дрожжей, их свойства подобны прионам у человека. То есть прион человека возникает крайне редко, один раз на миллион в год, это при том, что сколько же у человека триллионы клеток, и в каждом есть этот белок. Вот. Дальше, что прионы человеческие тоже имеют малый размер в сравнении с амилоидами. Вот. Настолько малый, что часто они даже не образуют бляшек. То есть, ну, скажем так, иногда. Вот. А ненаследуемые, которые мы обнаружили, они, наоборот, похожи на амилоиды. То есть амилоиды возникают сравнительно часто, имеют большой размер и образуют отложения. Вот. Поэтому вот такой вывод получается, что неинфекционность амилоидов человека в большой мере связана с их плохой фрагментируемостью. Но вот здесь замечу, что, собственно, амилоиды человека, некоторые из них, по крайней мере, для них тоже показана инфекционность, ограниченная инфекционность, низкая инфекционность. Ну, в частности, это было показано для амилоидов Альцгеймера и Паркинсона. То есть это переводит отличие прионов и амилоидов чисто в количественную плоскость. Что амилоиды тоже инфекционные, но просто... Ну, и отсюда вот такая идея, пока очень, очень слабо подтвержденная, о том, что может передаваться болезнь Альцгеймера. Передаваться, да, но как? Там вот не через рукопожатие, ну, да, а да. Это нужно конкретно сделать препараты, ввести его человеку. То есть то, чего, конечно, никто делать не станет. Особенно сейчас. Остановлюсь еще раз на особенностях структуры прионов дрожжей, потому что здесь возникли некие новые структурные принципы. Вот. И это опять достижение следует связать с именем Рида Викнера. Значит, и новых принципов образовалось целых два. Первое. Значит, было обнаружено, что в прионных полимерах, образуемых дрожжевыми прионами, на одну молекулу, вот, иначе это говорят протомер, значит, на одну молекулу, составляющую полимер, приходится около 5 ангстрем вдоль длины фибрилы. А это означает, что это расстояние водородной связи, то есть это расстояние между нитями в бета-слое. Это означает, что одна молекула образует один слой вдоль оси фибрилы. Вот. А второй принцип еще веселее. Собственно, он и есть самый веселый. Значит, полипептидные нити соседних молекул СУП-35 расположены параллельно и в регистре.
Это значит, что, скажем, аминокислота номер 20 расположена против аминокислоты номер 20. Вот. И это хорошо, когда эти аминокислоты с готовностью образуют аминокислотную связь и бета-структуру. Если это аминокислоты такие, как, например, глутамин, аспарагин, тирозин даже. Вот. Но если это какая-то заряженная кислота, то она это охотно делать не станет, поскольку два одноименных заряда рядом уживаются плохо. Вот. Тем не менее, вот такой принцип соблюдается, принцип, который доселе был неизвестен для каких-либо структур. Вот. И принцип достаточно простой, просто фантастически простой. Ну вот здесь замечу, что, собственно, мы хорошо знаем, что такое кристаллы. Вот всякие низкомолекулярные соли образуют кристаллы. Белки глобулярные могут образовывать кристаллы. И дальше эти кристаллы можно изучать посредством рентгеновского анализа. Их тонкую структуру можно изучать. Вот. Это если глобулярные белки. А в случае же образования амилоидов происходит что-то другое. То есть образующий его белок, он сначала полностью разворачивается. Ну, точнее, это происходит под действием уже существующего амилоида, так он катализирует этот процесс. Вот характерно, что та часть белка, если это часть белка, которая входит в ядро амилоида, она полностью структурно перестраивается вот в такую бета-структуру. Вот если что-то не вошло в ядро амилоида, то с ним может даже и ничего не происходить. А вот то, что вошло, оно полностью структурно перестраивается вот в такую бета-структуру. И надо сказать, раньше вот никто не задавался вопросом, что вот понятно, какие кристаллы могут образовывать глобулярные сущности, да, это трехмерные кристаллы. А вот полипептидная нить, которая не обладает какой-то жесткой структурой, вот что может образовывать она? Вот здесь мы видим, она образует кристалл одномерный. И, видимо, никакие другие кристаллы она образовывать не может в силу отсутствия глобулярности. То есть это, вот, я бы так сказал, из области очень фундаментальной науки. Вот, ну, здесь приведены картинки, какие, собственно, вариации амилоидной структуры возможны. И вот здесь вот под литерой Е нарисован типичный дрожжевой прион. Вот, что для него характерно? Амилоидное ядро с одной стороны и с другой стороны какие-то боковые цепи, которые вот здесь просто так вот праздно болтаются. Как уложена цепь в пределах вот этого амилоида, это вот пока что большой вопрос, никто не знает. Методы, существующие, для этого недостаточны. Вот, кроме тех принципов, о которых я уже сказал, общих принципов. А здесь вот и изображен амилоид Альцгеймера. Значит, что характерно? Здесь почти все участвует в амилоидной структуре. Вот. Но сама фибрилла, она состоит из двух протофибрилл. То есть вот то, что в дрожжевом случае вот одна единственная фибрилла, а здесь она как бы двойная, а может быть тройная в каких-то вариантах. Вот. Но принцип тот же вот, в регистре и один слой на одну молекулу. И, наконец, прион Хетес, гриба подоспора, о котором я вот сразу дальше буду рассказывать, он единственный, который дает два слоя, значит, на одну молекулу. То есть это такая спираль типа соленоида. Вот два витка, одна молекула, два других, уже другая молекула. Вот. А вот, собственно, да, переходим к функциональным амилоидам. А что такое прион Хетес этого гриба? Значит, вот представим, вот как колонии гриба, так как они растут на чашке, это выглядит, ну, так, не очень эстетично с нашей точки зрения, как плесень на корочке хлеба. Вот. А здесь они вот так растут на чашке. Что происходит, когда две колонии дорастают друг до друга и встречаются? Значит, они охотно образуют гибридные клетки, то есть они скрещиваются. Вот. Но в некоторых случаях, в некоторых комбинациях
образуется некий барьер, то есть клетки, которые слились, в них запускается апоптотическая реакция, они погибают. Почему и зачем? То есть такая аннигиляция, да. Я бы сказал. Нет, это очень типично в мире грибов. У подоспора есть что-то около 9 систем несовместимости. То есть это означает, что вот эти две колонии почему-то несовместимы между собой. Вот. И одна из этих систем, она основана на прионе хетес. Вот. Но сначала скажу, зачем это нужно. Вообще, вот скрещивание — это некий генетический обмен. А генетический обмен — это в микромире, ну и вообще в масштабе эволюции, это очень полезная вещь. Вот, с кем-то скрещиваешься, и что-то полезное генетически от него можно взять. Не всегда. Вот, но если ты взял что-то полезное, вот, и значит, сразу у тебя преимущество, сразу тебя в конце концов в результате эволюции тебя где-то отберут. Очень хорошо. Но, значит, а вдруг там что-то вредное? А вдруг там вирус какой-то? А вдруг и сразу эпидемия, и сразу вся популяция погибает? Что-то нужно с этим делать. Вот. И, так сказать, природа придумала хеджировать, вот то, что он называется, хеджировать риски. То есть популяция разбивается на части, так сказать, с разными критериями совместимости. Вот. И, в частности, вот этот прион хетес, он придает большую строгость при скрещивании. То есть, если в клетке присутствует прион хетес, вот он там, в квадратных скобочках, и кроме того, значит, гриб скрещивается с другим, у которого приона нет, но зато у него другая аллель белка хетес, вот здесь вот возникает реакция несовместимости. Вот, его опознают как чужого, с ним не хотят иметь дело, а все клетки, которые вступили в контакт, они уничтожаются. Вот. Значит, ну, как это происходит? Образуется прионный комплекс, в который входят разные белки хетес. И дальше этот комплекс, просто там еще целый каскад к этому подцеплен, он запускает апоптотическую реакцию. Вот так мудра природа. Да, так вот. Вот человек бы долго думал, а здесь уже вот есть готовые решения и все. Значит, то есть, во всяком случае, ничего не бывает просто так. Нет, нет. Ой, ничего там в природе, клетки, ничего в природе, не болтается. В природе, на так. Микромире заключена много всякой мудрости. Много экономии, вот, я бы сказала. Которые мы, да, и экономии, которые мы с удивлением обнаруживаем. Амилоид Мел-17 был первым из открытых функциональных амилоидов человека. И, собственно, о чем это? Это касается синтеза меланина, это пигмент загара. Вот. И, собственно, меланин — это некий полимер не белковой природы. Вот. И он синтезируется из низкомолекулярных предшественников. Вот. А для того, чтобы они эффективно полимеризовались, этому помогает амилоид ПМЕЛ. Дело в том, что предшественники меланина, они немного похожи вот так по своей структуре на один из красителей, который специфически связывается с амилоидом. И то есть они тоже специфически связываются, после чего, значит, облегчается их полимеризация. Вот такое вот просто и все. А вот практически за последние два года было открыто два функциональных амилоида дрожжей, причем один из них особенно забавен. Значит, вот я даже писал заметку с таким названием: «Дрожжи помнят о неразделенной любви». Значит, ну, как я говорил, гаплоидные клетки дрожжей имеют два типа спаривания, и противоположные типы спаривания могут скреститься, образовав диплоид. Вот. Но для того, чтобы узнать, что, собственно, кто-то рядом есть, клетки дрожжей испускают феромоны, соответственно, феромоны А-типа и альфа-типа. Вот. И когда противоположный тип спаривания ловит феромон, он возбуждается, сразу прекращает все свои обычные дела, и у него запускается программа спаривания, там большие морфологические изменения. Вот. И однако же, если в течение достаточно вот долгого времени спаривание не происходит, клетка отключает программу спаривания, причем навсегда,
И дальше может размножаться только вегетативно. В общем, тоже небольшая беда с точки зрения, главное, размножиться, с точки зрения дрожжей. Да, нет, ну вот генетики нам скажут, что есть определенные преимущества полового размножения. Ну, понятно, мы только что затронули эту тему, да, Кроссинговера, обмена генами полезными. Да, генетический обмен, но который действует на сравнительно длинных эволюционных дистанциях. Ну, да. Вот. А вегетативное размножение, оно подешевле, но определенных преимуществ не представляет. Вот. И что вот здесь... Пожалуй, да. Что при этом происходит? Некий белок V3 переходит в амилоидное состояние, что позволяет ему связаться с МРНК некоего циклина CLN1 и блокировать синтез этого циклина. Навсегда. Вот. То есть, вот как мономер, он хотел бы связаться с этой МРНК, но аффинности не хватает. Угу. Но когда это объединяется в полимер, тут уже с активностью все нормально, вот он связывается и блокирует. Все. Значит, а по сюжету, это вот мне напомнило статью про дрозофилу, о которой я чуть дальше расскажу. Вот. Но статья-то про дрозофилу появилась раньше. А дрозофила тоже при помощи амилоидов помнит, что с ней было. И если, скажем, самец дрозофилы ведет любовную игру, которая оказывается безответной, то он это помнит. И как-то после этого тоже довольно долго воздерживается от любви. То есть параллель совершенно полная, но при том, что дрожжи несравнимо проще, чем дрозофила. Вот. И вот второй случай, более важный, более функциональный. Значит, некий РНК-связывающий белок, РИМ-4, в мейозе 1, то есть в первой фазе мейоза, контролируемо переходит. Контролируемо – это вот важное слово, потому что вот все дрожжевые прионы, они неконтролируемо переходят в амилоидное состояние, а чисто случайным образом. Вот. И это имеет смысл, вот прионы дрожжей имеют смысл только на уровне популяции. Вот. То есть, поскольку они придают популяции большее разнообразие фенотипа, и в каких-то критических условиях это важно, чтобы пережить какие-то вот очень необычные условия, трудные. Вот. А здесь же совершенно контролируемый всякий раз белок РИМ-4 переходит в амилоидное состояние, после чего он совершенно таким же образом, как и белок V3, связывается с МРНК немножко другого циклина CLB3 и тоже блокирует, значит, ее трансляцию. Вот. И это необходимо для того, чтобы обеспечить сегрегацию. Ну, в общем, просто другая программа, вот, чем характерная для мейоза 1, обеспечивает сегрегацию гомологичных хромосом. Значит, после прохождения первой стадии мейоза РИМ-4 тоже целенаправленно деградирует. Вот он метится, его уничтожает, таким образом освобождает МРНК CLB4, и жизнь продолжается в привычном русле. То есть это о необходимости, в общем, о работе амилоидов, а не просто их пассивном накоплении. Совершенно верно. То есть, если вот прионы дрожжей еще некоторые подозревают, вот, что это все-таки болезнь, то здесь вот уже все отчетливо. Еще тоже как-то несколько лет назад была работа о прионах животных, и предполагается их роль в образовании миелина, в регуляции, точнее, миелина образования. Миелин — это же штука серьезная. Ну, в общем, да. Более чем. Это не пигмент для загара. Это, конечно. Так. Угу. Ну, вот тоже недавняя история, которая еще не на 100% признана всем научным сообществом, но тем не менее несколько публикаций в ведущих журналах. Значит, инфламосомы. Что это такое? Это такие комплексы, которые, значит, опосредуют воспалительный ответ. При обнаружении некоторых, скажем так, характерных чужеродных антигенов, происходит то, что называется встроенный иммунный ответ. То есть система не подбирает какие-то антитела, а действует по определенной программе, направленной на наиболее характерные
антигены типа полисахаридов. Вот. Значит, что происходит? На основе белка ASC1 происходит сборка некого комплекса. Вот. И здесь мы видим два амилоида генных домена, PYD и CARD. CARD это caspase activation домен. Значит, и вот есть у нас дальше, собственно, их несколько вариантов этих комплексов инфламосома. Ну, я один лишь описываю. А у каспазы есть тоже, соответственно, амилоидогенный домен. Вот. И когда вот белок ASC образует каркас амилоида, такой двуглавый, я бы сказал, два амилоида, то каспаза к нему вот, присоединяется доменом CARD, вот просто встраивается в этот амилоид. И что получается? Что несколько молекул каспазы находятся в непосредственной близости. А надо понимать, что каспаза это некая протеаза, которая синтезируется в виде прокаспазы неактивной. То есть у нее есть хвостик, который блокирует активность. Вот. Но когда их сблизить вместе, то вот здесь как-то получается, что кто-то кому-то чего-то откусил, а дальше они уже... то есть такая тоже автокаталитическая реакция наступает. Дальше они все эти хвостики откусывают, и далее они начинают активировать ту каспазу, которая уже не входит в комплекс инфламосомы. Вот. И значит, это запускает один из каскадов воспалительного ответа. Вот. А другой белок, который связывается вот через домен PYD, он является транскрипционным фактором, и он тоже действует по тому же принципу, что вот он в качестве мономера не активен, а когда их собрать несколько в кучку, то он уже вот реальный транскрипционный фактор, который активирует продукцию интерлейкинов. Вот, то есть каспаза посредует процессинг интерлейкинов, а вот этот вот продукцию интерлейкинов. То есть вот такой красивый получается бифункциональный комплекс. На основе амилоидов. В общем, природа обыграла все, что могла относительно амилоидов. Вот. Ну и, наконец, так сказать, вишенка на вершине торта, вероятно, самое важное, это белок памяти СПЕБ. Вот. Значит, этот белок необходим для фиксации событий из кратковременной памяти в долговременную. Ну, кратковременной памяти, там фиксация происходит на уровне киназных каскадов, вот, но долго это храниться не может, нужен какой-то более твердый носитель, если, конечно, событие достаточно важное, если значимое, достаточно да? мощный сигнал прошел, вот, оно достойно того, чтобы его зафиксировать. Значит, ну вот как устроена нервная клетка, вот есть здесь тело, а вот есть такие длинные-длинные синапсы. И, собственно, все события происходят вот здесь вот в синапсе, вдали от метрополии. Вот. Никакой транскрипции здесь не происходит, здесь все события происходят на уровне трансляции и после трансляции. Вот. Значит, и было выяснено, что некий белок СПЕБ, что значит цитоплазмик, короче говоря, белок, связывающийся с цитоплазматическими элементами полиаденилирования. Вот, что он играет некую ключевую роль в этом запоминании. Вот. А дальше было просто. Посмотрели на последовательность этого белка и обнаружили, что в какой-то части он сильно похож на дрожжевые прионы, а именно он обогащен аминокислотами, аспарагином и глутамином. Вот. И вот как бы работа вся эта велась в лаборатории Эрика Кендалла, Нобелевского лауреата, известного своими работами. По дофамину, по синаптической передаче, скажем так. Вот. По нейронам и устройству памяти. Нейромедиаторам вот, тоже точно. Но в данный момент они объединились с еще одним видным дрожжевым исследователем, Сьюзан Линквист. Вот. И, значит, вот Линквист удалось продемонстрировать, что если этот белок СПЕБ, который исходная модель это был моллюскоплизия, такой морской заяц, крупный такой моллюск, у которого немного, но крупных нейронов. Вот. Значит, они взяли этот белок СПЕБ, экспрессировали его в дрожжах и показали, что, собственно, в дрожжах он ведет себя как классический дрожжевой прион. Вот.
Ну, и тогда сразу возникла мысль, что он вот и у аплизии чего-то делает. А белок этот, надо сказать, что он существует, ну, у всех животных, в общем, в разных видах, но существует и у дрозофил, и у мышки, и у человека. Вот. И, значит, после этого, ну, вот на аплизии показать не удалось, зато смогли показать на дрозофиле, что он действительно, значит, этот белок полимеризуется, что если нарушить его способность к полимеризации, то и память пропадает. Вот. И вот, собственно, таким образом, да, было показано, что наша память неожиданно вот, зависит от каких-то элементов, да, которые в других случаях нарушают нашу память, как, скажем, болезнь Альцгеймера. Можно по-прежнему предполагать, что еще многое впереди. Вот. Может быть, процессы клеточной дифференциации зависят от амилоидов, от механизмов, подобным тем, которые вот я здесь описал. Вот, может быть, еще что-то. В общем, ждем новых открытий. Спасибо большое за интереснейший рассказ. В этом постскриптуме я бы хотела отвлечься от научного, в смысле исследовательского, и попросить вас обратиться к научному организационному. Вы знаете, я была на исторической той конференции августовской научных работников РАН, да, пожалуй, в 2013 году. Да, она была, конечно, это было событием, по крайней мере, знаковым. Оно показало, что все-таки научное сообщество консолидироваться способно в острых ситуациях, как те самые колонии. Я помню там ваше выступление, это докладом не назвать, там короткие были выступления. И сегодняшний день, вот совсем недавно ваш институт биохимии, в котором вы сейчас находитесь, объединился еще с двумя институтами и вошел в состав такого исследовательского центра биотехнологического. В связи с этим вот все в один вопрос. Что дают эти реорганизации? Не мешают ли они вам работать, а может быть, помогают? Хотя, если обратиться к свидетельствам моих знакомых, друзей из других институтов, слившихся с вашими, то они закопались просто в бумажках, главы не поднять. Ну, возможно, у них так, у вас иначе. Вы, ваша группа из немногих победителей конкурса Российского научного фонда, да, вот часть работ вот, по амилоидогенезу выполняется, да, в рамках. Вот как это все удается решать, совмещать, что такое текущий момент в организационном плане? Ну да. Ну, во-первых, должен сказать, что вот эта реорганизация, она, собственно, на нас никак не повлияла, не помогла, не помешало. Не знаю, может, действительно от того, что мы были как бы инициирующим телом в этом, да, процессе. Да, ваш институт. Вот, поэтому как-то у нас не особенно прибавилось бумажной работы, но и с другой стороны пользы тоже никакой нет. Вот, но в целом я, конечно, должен сказать, что бумаги отнимают очень много усилий. Это было всегда. Вот. И были совершенно крайние эксцессы, когда в те времена, когда можно было иметь контракты от Минобрнауки, это был просто какой-то апофеоз бюрократизма. Вот. Ну и, в общем, сейчас бюрократические проблемы – это одно из основных препятствий, которые сдерживают науку. То есть ученые вместо того, чтобы просто мирно сидеть и изучать то, что они изучают, они вынуждены писать какие-то бумаги. Для того, чтобы им получить необходимые реактивы и оборудование, они тоже должны писать кучу всяких, оформлять кучу каких-то бумаг. Дает ли какие-то преференции участие в конкурсе такой крупной организации, как РНФ, вот, в плане получения реактивов, или все как у всех? Ну, все как у всех, все скорее, у всех, да. Нет, ну, какие-то преференции там, не знаю. Ну, нет, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Это все одно. Все одно. То есть хотелось бы как-то это по-другому видеть, а по-другому не получается. Ну, потому что все-таки у нас кто начальник, тот и право. Начальники, они все сверху, но им сверху не видно то, что снизу происходит. Понятно. Ну, работа по конкурсу идет, по гранту конкурсному идет. И идет, она завершается идет. В 2016 году, да? Идет, да, завершается. Желаю успехов вашей группе.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.